Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. А нам нечего бояться. Подтверждением тому стали результаты социальной акции «Уфа, ты в сердце моем». Акцию проводил Институт исторического и правового образования БГПУ. Школьники со всех районов Уфы соревновались в знании истории столицы. Конкурс состоял из 4 этапов. Первым этапом стало проведение интернет-олимпиады. Второй этап – написание эссе на тему «Уфа в лицах». Затем следовал видеоконкурс. Тут уже ученики могли не только рассказать, но и показать историю Уфы на примере старинных зданий и памятников архитектуры. Самым последним и самым интересным, по мнению самих школьников, этапом явилась маршрутная игра «Узнай свой город». Одной из целей как раз было то, что особенно вот те отдаленные районы Калининского, Орджоникидзевского района, они так редко бывают в исторической части города, что когда, например, была организована маршрутная игра, многие дети позвонили на следующий день и сказали: мы благодарим, потому что мы многие места в своей жизни еще ни разу не видели, впервые побывали, допустим, ну вот в исторической части города, посмотрели исторические памятники, которые, ну, с которыми столкнулись впервые, например, Аксаковский парк. Многие восьмиклассники ни разу даже в нем не были, особенно те, кто жили далеко. Много нового дети получили в ходе акции. Познакомились с интересными людьми, видными учеными, искусствоведами, посетили новые места, побывали в экскурсиях и, конечно же, пообщались со сверстниками. В результате третье место в акции «Уфа, ты в сердце моем» получила команда Ленинского района Уфы. Заслуженное второе место присудили Кировскому району. Ну а самыми лучшими знатоками истории столицы оказались ученики Октябрьского района города. Каждая команда участниц получила памятные призы, новые книги и атласы. Гражданином не рождаешься, гражданином становишься. Отрадно знать, что среди подрастающего поколения так много тех, кто действительно любит свою родину и хочет знать о ней больше. А задача БГПУ – готовить специалистов, которые будут открывать школьникам все новые страницы прошлого.